Пора покинуть скучный брег, мне неприязненной стихии, и средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. В примечаниях к этой строфе из Евгения Онегина Пушкин писал о себе. Автор со стороны матери, происхождение африканского. Его прадед Абрам Петрович Анибал на 8-м году своего возраста был похищен с берегов Африки. Последние 20 лет долгой, наполненной приключениями жизни, знаменитый Арат Петра Великого провел как мудрец в тишине и покое в своем главном имении Суйда, что в 10 верстах от Гатчины и в 60 к югу от Петербурга. Патриарх этих мест, ему 6 веков. Каждый год, каждую весну смотришь на него с волнением. Зазеленеет ли он? Старому дубу было уже 100 лет, когда появилось первое упоминание о Суйде в новгородских песцовых книгах 15 века. Через 300 лет здесь вырос парк с тенистыми липовыми аллеями. Эти места как бы предыстория Пушкина. Няня Арина Родионовна крещена и венчана в местной воскресенской церкви. Домику в деревне Коблино, где она жила, 200 лет. Удивительно, но он сохранился. В этих местах родилась Надежда Осиповна Ганнибал. С Сергеем Львовичем Пушкиным она венчалась в той же Воскресенской церкви. В имении Рунова, где жили Надежда Осиповна и Сергей Львович, родилась старшая сестра поэта, Ольга. Если бы родители не переехали в Москву, в доме, который стоял здесь раньше, мог бы родиться Пушкин. Абрам Петрович Ганнибал дожил до глубокой старости и, окруженный многочисленным потомством, умер здесь, в Суйде, в
1781 году. По наследству Мыза Суида перешла к старшему сыну Ивану. Тогда еще здесь хранились книги, карты, физические приборы Абрама Петровича, его труды по фортификации, письма. Хранилась память славных дел Петровых. Маленький рабчонок в свете Петра на гравюре «Битва при Лесной» пока единственное изображение будущего генерала-аншефа, кавалера многих российских орденов. Черты его лица угадываются в лицах потомков. Старший сын. Знаменитый наваринский Ганнибал, герой Чесмы, основатель Херсона. К нему в Суиду часто приезжал великий Суворов. Они любили отдыхать на этом каменном диване под сенью векового дуба. После смерти Ивана Абрамовича Ганнибала Суида была продана в 1805 году, а все вещи Ганнибалов были перевезены в псковские имения Михайловское и Петровское. Почтовый тракт, по которому Пушкин ездил с Петербурга в Михайловское, проходил всего 10 верстами восточнее Суиды. Время безжалостно стирает следы прошлого. Не сохранились ни дом Ганнибалов, ни Воскресенская церковь, ни могила славного сподвижника Петра. Камень обозначает условное место захоронения. Но в Суиду пришел пушкинский праздник. Приехал правнук поэта Григорий Григорьевич с дочерью Юлией. Собрались потомки Петровского рапа. Посадили молоденький дубок. В деревне, где Петра питомец, царей, цариц, любимый раб, их забытый однодомец скрывался прадед мой, араб. Где, позабыв или советы, и двор, и пышные обеты под сенью липовых аллей, он думал в охлажденные леты о дальней Африке своей. Я жду тебя.